Джон, это Рейвен. Проклятие, Джон, где тебя носит? Я знаю, как выйти на Крида. В работе с Келли есть свои плюсы. Он курирует теневую программу под кодовым названием «Пробуждение». Причем тут Крид? А угадай с трех раз, где он работает. Не знаю, кому ты так задолжал, что пришлось связаться с психом вроде Крида. Но если хочешь найти его, то начинать нужно с «Пробуждения». Основной комплекс расположен на юго-западе. В течение 5 лет Федеральный совет по деятельности мутантов изучал риски, связанные с мутантами. Их заключение? Мутанты могут быть угрозой. Могут. Все, что нужно сделать, это открыть любую газету и убедиться, что мутанты – реальная угроза. В Нью-Йорке есть девочка, которая может читать мысли. В штате Небраска – юноша, который может генерировать глазами оптический разряд. А в Африке есть молодая женщина, которая может управлять погодой. Это, несомненно, потенциальная угроза. Здесь самые бьются над самыми важными проблемами. Рабочий дневник. Боливар Траск. Должен сказать, что я весьма неохотно принял предложение Келли присоединиться к проекту «Пробуждение». Нам нужно много узнать о феномене мутантов, но, похоже, конгрессмен уже видит в них угрозу. Я ничего не имею против них. Я даже нахожу их занимательными. Но как я мог упустить возможность работать с самыми выдающимися умами в области генетики? Лаборатория Systemized Cybernetics воплощает идею о лучшем мире. Добро пожаловать в лабораторию, в которой мечты о будущем становятся настоящим. Рабочий дневник. Боливар Траск. Келли остановил меня сегодня и угостил одной из своих многочисленных речей об угрозе мутантов. Я, конечно, уважаю его, но едва смог сдержать смех. Мутанты и люди могут без особых проблем сосуществовать вместе. Мы просто должны понять их. Вот к чему я смотрю. У кого нет оружия, лучше уйти. Немедленно. Защитите нас! Он не уйдет! Мутант, давай взять. До встречи в аду, приятель. Я начал веселиться. Мир лучше для вас, ваших детей и будущих поколений. В лаборатории Systemized Cybernetics мы ежедневно достигаем значительных научных достижений. Добро пожаловать в лабораторию Systemized Cybernetics, где мечты о будущем.
Genetics, который мечтает о будущем, становится настоящим. Наконец-то бюрократы взялись за ум и одобрили проект пробуждения. Тайную операцию, разработанную для устранения угрозы мутантов, которая продолжает расти. И хотя пришлось использовать все политические рычаги, доступные мне, я смог убедить их назначить меня руководителем проекта. Теперь мы можем начать то, что должны были сделать еще 10 лет назад. Защиту человеческой расы. Воплощается в жизнь.
Работа по обнаружению гена мутации продвигается быстрее, чем я мог надеяться. Сейчас я разрабатываю устройство, которое сможет анализировать кровь при обычном контакте с кожей. При создании этой технологии я начал понимать, что мутанты — угроза. Но только для самих себя, когда они в первый раз осознают это. Я надеюсь, что именно возможность обнаружения мутации принесет наибольшую выгоду. Если мы найдем мутантов до активации их способностей, сможем помочь им подготовиться. Thank you.
Необходим допуск 5-го уровня. Извините, у вас есть допуск 5-го уровня? Да, конечно, есть, но... Доступ разрешен. Добро пожаловать, доктор Летроп. Спасибо, док.
Рэйвен Даркхолл. Логан. Неплохо пахнешь для трупа. После того случая в Африке быть мертвым — лучший способ остаться живой.